Добрый вечер всем из Одессы. Такая с вами нестандартная прогулочка. Мы еще здесь в этом месте с вами не гуляли. Я для вас данную локацию еще не снимал. Вечный огонь. Памятник неизвестному матросу. Люди гуляют, смотрите, уже дело ближе к вечеру, а народец там гуляет возле памятника. Потихонечку, помаленечку. Люди ходят. Полнолуние приближается, он. Луна полная. Практически. Вот. Ну что, у нас в Одессе более-менее спокойно. Обстановка. Сегодня побугали нас стратегическими бомбардировщиками, после чего все было спокойно, больше воздушных тревог не было. Хотя угроза была очень высокой, потому что бомбардировщики летали уже над акваторией Черного моря. Так, ну вот такая вот обстановка здесь сегодня.